Всем привет! Друзья, как и обещал, это видео будет с Черноморского побережья. Но в этот раз у нас есть несколько дней и есть возможность побывать в разных локациях. И поэтому я решил устроить небольшой тур по морю, порыбачить в разных местах и посмотреть, какая рыба вообще здесь ловится в июне. Итак, смотрите, кого я поймал на этот раз. Остановились в Ольгинке, направляемся в Сочи. Тут классное место, иногда останавливаемся здесь посмотреть на море, полюбоваться морской гладью. Надолго решили остановиться и порыбачить. Ставинка. А вот и первая рыбка. Долго не заставил себя ждать. А вот и черноморский губанчик. Сейчас поближе вам покажу. Смотрите, какая красотка. Ладно, выпустим, а то она в ужасе уже, наверное. Поменял приманку, поставил вес чуть поменьше и в качестве наживки кусочек бриденовского червя. И на первом же забросе клюнул ласкирек. Пузатая какая. Вот и попалась собачка. В курсе вы или нет, почему ее так назвали? В общем, она, когда кусает, оставляет следы, похожие на собачий укус. Из-за этого такое название. Собачек этих можно ловить прямо в отвес. Не надо далеко бросать. Просто опускаете приманку возле своих ног в воду. И они изо всех щелей выползают и набрасываются на наживку. Шустрая. Сейчас находимся в городе Сочи на Имеретинской набережной. Прогулялись, погодка классная. Ну а сейчас возвращаемся к машине, берем свои вещи, снасти и отправляемся на рыбалку. Ну а как будет проходить рыбалка, увидите далее.
оделся. Парадную рыбацкую одежду нарядился. Взял свои снасти и идем встречать закат на набережной. И на месте потихонечку собираю снасти. Понял, что тут с ультралайтом особо делать нечего, поэтому собираю, в общем, Ямагу и 2500-ю ракушку Дайва Лювиас. Для начала покидаю металл-джиги, а там посмотрим. Вот и первая ставритка. На Metal Jig Hayabusa 7-граммовый. В общем, не особо активно на пинкер клюет. Сейчас вот Daiwa Gigabijan цветонакопительный поставлю. Посмотрю, как на него будет реагировать. Хочу сказать, что клюет очень слабо. Наверное, заброс только на 20-й. У меня вот была поклевка и реализованная. Ну что, наш рыболовный тур по Черноморскому побережью продолжается. Двигаемся дальше. В этот раз рыбачим в Зубовой щели Лазаревского района. Вооружился снова Ямагой 77-й. Оснастил ее катушкой от Daiwa. Модель Лювиас 2500-го размера. Намотан 0,6 шнурок. UGK Upgrade 4-жильный. В первую очередь планирую покидать металл-джиги. Ну а потом, после заката солнца, уже перейти к поиску донной рыбы. В общем, покидал я металл-джиги, и результат нулевой. Ставриды как будто вообще здесь нет. Ни единого контакта. И пока есть свободное времечко, решил развести костер и немного подкрепиться перед предстоящей ночной рыбалкой. Хорошо тянет. Вот он, монстр. Вот она. Первая скорпена. Ух, как она тянула. Сейчас я ее возьму щипцами. Хороший. Есть. Рака отдай. Она съела моего рачка. Вот он торчит из пасти. Отдай. Вот он. Вот еще одна скорпенка попалась.
Тоже такой упитанный кабанчик. Короче говоря, работают вот такие рачки 3-дюймового размера от фирмы Select. Пока клюют только вот такие монстрики. Чуть не укололся. Но мы ждем горбыля. Ну, сейчас попалась вот такая малышка. Очередной ёршик. Начали клевать прям хорошо. Время уже подходит к 11. И они буквально там через 2-3 заброса поклевывают. Ловлю по-прежнему на одну и ту же приманку, на рака. Вот поймал очередного ёршика. Горбыля, к сожалению, нет. Вот он красавчик. Поменял приманку. Вот, поставил такой твистер. Клюнул горбылек. Пойдем его отпустим. А вот это горбыль, друзья. Есть, покрупнее. Вот что значит подобрать ключик. Поставил другую приманку. Опять же отсели. Приманка. Твистер вот такой вот. Вот такой красавчик попался. Что-то маленькое. Ёршик. Опа. Вот. Взял себе приманку. Такой малыш, а заглотил такую здоровенную приманку. Смотрите. Вот. Рыба какая, какая приманка. Прожорливый, блин. Вот и завершился очередной рыболовный выезд. Этой ночью я весьма доволен, потому что были пойманы горбыльки, которых я безумно люблю ловить. Классные они соперники, бойко упираются. Ну и, конечно, скорпенок половил как следует от души. Вот. Ну что хочу сказать. Класс. Головинка, оказались мы проездом. Остановились ненадолго, решили порыбачить. Ну и как прошла моя рыбалка в поселке Головинка, смотрите далее. Попалась собачка. Вот так нежно.
Титанчик. Горбылечек. Класс, вообще. Вот, уже не зря сюда приехали. То я уже отчаялся, кидал, наверное, ну, больше часа. Поклевывали мелкие собачки. Вот, а сейчас уже на закате, солнце село. И клюнул малышочек, горбылечек. Класс. Все, отпускаем. Отпускаем малыша. Несколько часов провел на волнорезе. Клев, откровенно говоря, очень слабый. Вечер спас небольшой горбылек. На сверхлегкую удочку вываживать даже такого размера небольшого, скажем, горбылька очень даже приятно. А вооружен я сегодня спиннингом RS до 4 грамм, катушка Stella C2000S и намотан шнурок Daiwa Gigabijan в 0,2 диаметре по Японии. Остановились возле Туапсе. Сейчас на закате дня планирую половить на отводной. Взял с собой 77-ю Ямагу, оснастил ее катушкой Daiwa Certate 2004 размера, намотан 0,4 шнурок. Погнали! Заехали в Джубгу, здесь, в общем, делать нечего. Прошел шторм, вода цветом кофе с молоком. Ну, я все равно в надежде что-то поймать. Полчасика побросал приманки в море безрезультатно. Бывает и такое, ну что поделать. Вот и завершился наш небольшой рыболовный тур по Черноморскому побережью. А нам пора возвращаться домой. Увидимся в следующем выпуске. Пока!